видел, но я наслышан. Мне было впадло это гуглить, смотреть. Я как бы в курсе был максимальный падло. Угу. Не работает. А как азиаты будут играть реально, ну вот с этой штукой? О, это там зря. Не, реально, это как-то... Ну это не бан, это я реально пытаюсь понять. А как азиаты будут играть? Всем привет. Вита же на Юнгу. Блядь, ёбаный тайминг, блядь. Oh, I'm dead. This king is one. All on me. Yeah, swinging right. Northeast. Pretty. Nice. Oh, no fucking way. Yeah, he glided. Дизреспекта убил. Мне кажется, дизреспект не самый жесткий в эту игру. Сразу будет пожестче. Rock, man. That's okay. Oh, shit. That's okay. Что-то жрать захотелось. Жрать хочется? На секундочку, смотри, тебе еще. На, еще захоти пожрать. У меня вот специально для тебя тут есть всякое. Видишь, посмотри на эту еду. Просто представь, что она горячая, дымящаяся у тебя за столом сейчас. Прикинь? Вот. Просто посмотри на это. Посмотри. Ты же хочешь кушать. Ешь на ночь. Ешь. Ночной дожор. Позовите Полину сюда! Позовите Полину! Пускай она сядет, посмотрит, как я объяснял с самого начала, блядь! Я говорил, блядь, что нахуй против нас играют хуесосы 2200, 2400, 2700, гладиаторы на 1500, блядь! Посмотри! Вот только что было, специально для тебя! И мы их выебали на 2200! И потом вы говорите, что я играю на 1400, на 1500? Сука, да 2200, блядь, во мне! Блядь, как они выживают? Ну нажми чего-нибудь, тварь! Ебаные дауны, блять, сука! Ну, до такого я не допиваюсь, ладно. Блять, как он выставил ловушку, но не задамажила. Вопрос не ответил. Привет, папаня, это нормально, что когда у меня девушка была в гостях, я ей показывал, как ты преодолел себе барьер вместо секса? Что тебе мешало, ну, показать, а потом, не знаю, собственно, накормить? А что там за вопрос? Девушка была в гостях, я ей показывал, как ты преодолел себе барьер вместо секса. А. Что тебе мешало, ну, показать, а потом, не знаю... Собственно, накормить. Не увидел, ну, взаимосвязи, если честно. А, тогда приступим к нашему сеансу АСМР. Что такое АСМР? Понял. Я теперь понимаю, почему вчера вы выбирали Миру. Какой Fortnite, вы чё? Я, блядь, Fortnite ненавижу, блядь. Fortnite хуйня, блядь. Эх, хуйня Fortnite. Никакого Fortnite. Ты в таком образе откроешь двери? Короче, на стримфесте одним из главных спонсоров был Fortnite. Ну, там у них была большая... не студия, а большая сцена и так далее. И нам дарили пакеты, и там была кофта Fortnite. Я ее выкинул. Мне некуда ее было класть в сумку. Поэтому. Что-то я только сейчас об этом подумала. Я не мог ее, типа, назад в Украину привезти. Ну, как надо, просто привезти в Украину. Нет, я не знаю, блин, это кошмар. Или я ее магии отдал. Я не помню. Ну, короче... Ей пизда. Не разговаривай, не позволяет ей. Это такое вот говно, Понти, ну типа... Это... Мужчина это второй сорт уже для нас. Охренеть. Здравствуйте. Здравствуйте. А я по поводу комнаты. Проходите. Какой женщина? Это же русское кино. Комната, конечно, небольшая, но зато вид... Ничего себе.
себе. Че, идем отсюда? В Челябинске есть море? Да, да, есть море. И закат? Да я не могу на лестницу, пьяный, что ли? Система непрерывной подачи чернил HP. О, я долбоёб, блядь! Я подумал, что это фильм, это реклама, блядь, Хьюлетт Пак. О-о-о. Всё, я не могу... Я не могу это прокомментировать. Ебать, отдал он. А это конец уже видоса, тю. Я ебал. Вчера летал из-за огня людей спасал. Ездил я на корабле. Я бы хотел сделать знакомый. Так. Консолька. Спасибо большое, консолька, за подписочку. 8К и всего самого лучшего. Консолька. Ты понял. Спасибо большое, консолька. Так. Еще пару видосов, думаю, два посмотрим, и я пошел собираться. Я люблю они. У меня вылет 10 утра. Делай ставки на спорт. Не, это же стандартная инвестиция. Дрю по магии. Нравится парень, но я ему нет. Он натурал, но я хочу ебаться с ним в жопу. Что делать? Дота 2. Ты что, охуел, слышишь? Алло, мистер секс, что это за борода у тебя? Алло, блядь, ты что... На поездку на Игромир собирал, блядь, нахуй. Потусил на Игромире, пошароебился, нехуй там было делать на Игромире. Так. Я в Москву лечу на пару дней. Что это, блядь? С таким лицом только людям советовать, что качать. Даже собственный психотерапевт пытался его застрелить. Яйцо арестовали. И последние 40 лет он провел под стражей. Привет, Майкл. У меня для тебя кое-что есть. Бля, что-то страшно. Ебать его в рот страшно. Посмотри на этого челика, который это смотрит, он прям смакует этим. Он прям хочет быть четвертым. А четвертым не получится. Реально отжирался к этой роли, блять, прям вот неделями, годами. Что бы там эти пидоры не говорили, я просто скажу как есть. Знаете, почему новая колда реально 12 из 10? Без стёба, без шуток. Потому что в коллекционке положили сникерс. Ебать, он его помнит. Половины уже нет. Понимаете? Это не личинка была, это был головастик. Есть 5 стадий ребенка. А сегодня на лбу. Личинус, головастик, чупа-чупс, спиногрыз, дебил. Ну, кстати, она по фактам разъебывает, не понравилось. Это было прикольно. Всё. Только я не понял, что такое чупа-чупс. Давай только не на лицо тогда. Ух ты, ёпта. Котовский. Да ёбаный рот этого мудилы, блядь. И нахуй. А. Ха-ха, блядь. Как жизнь. Ха-ха, блядь. Блядь. Транспорт — ёбаная ошибка. Просто пиздец.
Сука. Нахуй. А. Полетели, ебать. Мяу. Чуваки, все как в жизни ебашу. До свидания, бля. Какой-то кейп порно. Нет, для того времени круто все равно. Давай, братан, вот он. Просто бей его сейчас. Давай-давай-давай, иди, еще схватишь разок. Куда он колдун, волшебник? Ну, танго сел. Дерево сел и съебался, да? Как? Или что? Не знаю, не спрашивай. Я просто перекрестился и все, и в церковь схожу после стрима. Я ебал такое. Подписался. 42 месяца. Нарисовал член, который уперся мне в щеку. Эх, Игорь. Не бывает такого. Если ты, конечно, не привезешь мне пивка. Я пожарю мяско для нас двоих. А потом мы ляжем. Я подставлю свою щеку. Я старался максимально такой потерянного котенка взгляд сделать. Хитрый взгляд, знаете, с прищуром такой. Типа, что это вы подглядываете за мной, когда я моюсь? Или злой. Злой, блядь. Как прям для похитителя ароматов, я бы сказал. Он любит разбирать такие фотографии. В связи с множественными нарушениями, а также повторным проигрыванием запрещенного контента, командой модерации было принято решение первого момента заблокировать твою учетную запись, а также разорвать партнерский контракт. Создание нового канала на платформе Twitch нарушит правила об обходе блокировки, поэтому нельзя... Поэтому новые учетные записи будут также блокироваться после применения меры пресечения. Его забанили? Реально? There's kids that are watching, I can't mean that. Anyways. Чат-чат. Немножечко СМР. Блядь, этот быстрый. Блядь. А, он